Свадьба – всегда ответственное событие. Особенно волнительно, если она заканчивается венчанием, когда будущие супруги дают друг другу клятвы верности перед алтарем. Здесь важен смысл каждого действия, которое запоминается на всю жизнь. Англичане Лиз и Олли познакомились несколько лет назад. Постепенно они пришли к мысли, что не могут друг без друга, и решили создать семью. Подготовка к свадьбе близилась к завершению, когда Олли задумал еще один сюрприз, но невесте о нем рассказывать не стал. Наступил день торжества. Лиз облачилась в роскошное платье. Она была счастлива, но еще совершенно не представляла, что свадебная церемония в соборе пойдет по неожиданному сценарию. Отец в торжественной обстановке подвел Лиз Равенхолл к алтарю, где ее ожидал жених и готовый к церемонии священник. Невеста улыбнулась, показала за спиной гостям большой палец и взяла будущего супруга за руку. В этот момент среди гостей прошел легкий шум. Все понимали, что находятся в храме, но не смогли сдержать удивление. По проходу шли детишки в чудесных нарядах с цветами и кольцами жениху и невесте. Фотографы обратили на них внимание, но ненадолго. Неожиданно профессиональные камеры переместили фокус в сторону балкона. Гости повернулись туда же, временно оставив жениха с невестой без внимания. Они не понимали, что происходит. Олли был в курсе событий, но ожидал, когда это услышит его любимая. Он нежно притянул невесту к себе и указал ей взглядом на балкон. Лиз обернулась, и слезы потекли по ее лицу при виде незваных гостей. Жених с невестой и священник стояли у алтаря, а с балкона лилась необыкновенная песня Кристины Перри, повествующая о любви, которая живет уже тысячу лет и будет существовать еще столько же. Лиз повернулась к Олли, улыбаясь сквозь слезы счастья. Она была потрясена. Не меньше ее прочувствовали трогательность момента все гости, но для Лиз самая эмоциональная часть не имела ничего общего с выбором песни. Поющие дети были на самом деле учениками, это были девочки ее танцевальной студии. Все поняли, что любимых воспитанниц невесты организовал к подобному сюрпризу ее жених. Помогла организовать детей и занималась с ними второй преподаватель, мисс Джей. Девчушки пели замечательную песню своими чистыми, звонкими голосами. Олли долго думал, как сделать церемонию необычной для будущей супруги, и решил ее удивить прямо во время бракосочетания. Прекрасный романтичный сюрприз удался в полной мере. По окончании песни дети помахали своей учительнице, а она им. Они кричали, что очень любят ее и желали счастья. После этого жених поцеловал Лиз в висок, и они снова повернулись к алтарю, чтобы окончательно принести свои клятвы верности. У всех присутствующих глаза были на мокром месте. Свадебные торжества обязательно запоминаются на всю жизнь. Они могут не отличаться безумными расходами или приглашением огромного количества гостей. Важно, чтобы они запомнились всей любовью и нежностью, которые новобрачные проявят друг другу, сохранят и пронесут через всю жизнь. У меня все, друзья. Делитесь этим видео с друзьями и близкими, а также пишите ваше мнение об этой истории в комментариях. Пока!